Моя пришла. Ну рассказывай, пупсик, как у нас тут все будет красиво. Тут будет шкаф. Она говорит, уже заезжай и живи, у тебя тут все есть. Уже можно сильно не стараться. Просто матрас положи водяной, да? Нет, ну вот кровать, это понятно. Это детская у меня. Это для девочек будет? Да, здесь детская для девочек, да. Так может быть, что такое будет две кровати поставить? Ну вот да, вот кровать. Раз, два, и может какой-то... Ну вот у нас прямо кухня будет закрыта здесь. Угу. Остров. И сделаем 3 парных стула, а может 4. 4 многовато, нет? Ну 3 точно, если здесь будет стол, не знаю, полукруглый или прямоугольный, посмотрим. На 6 или 8 человек, на 6. А у меня обычно много, мне не 6 человек приходит. Здесь у меня ж толпа, ты знаешь. Все-таки не получается залечь на дно, уйти в тень, как будто бы не время.